Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро. Да, и в этой серии мы сейчас очень жестко затроллим Момо. Да, опять я, короче, построил 3 бункера, потому что вам понравилась серия с бункерами. Смотрите, это бункер первый. Вы, наверное, скажете, это какая-то могилка? Нет, друзья, я вам сейчас это покажу. Здесь находится второй. Ой-ой-ой, палево! Все, деду палево. И третий. Короче, дорогие друзья, поставьте прямо сейчас лайк, и мы тогда очень жестко затроллим Момо. Короче, Момо угрожает мне и сказал, что буквально через 30 минут он сюда придет и меня жестко затроллит. Так вот, мы затроллим его, да. Короче, для него создали испытание. Короче, давайте я вам покажу первый бункер. Короче, когда он открывает этот люк, он проваливается вот сюда. И здесь он встречает другое Момо, которое очень агрессивное. Она начнет стрелять, она очень слабо на самом деле стреляет, но нормально. И смотрите, что, какая будет цель, цель этого троллинга. Здесь, как всегда, будут располагаться невидимые такие сундуки, ну как невидимые, вот такие как бы блоки. Ему надо будет, может быть, даже попаркурить по ним. То есть я не исключаю. То есть ему надо будет забраться вот сюда, потом вот сюда. Вот сюда он пропаркурит. Ой. Вот так он пропаркурит. Потом, значит, вот так, вот так. И вот тут-то. Ой. Ха. Нифига себе. И вот здесь, он найдет меч. Да, когда он найдет меч, я ему скажу, короче, изначально, что пусть он ищет, короче, разные штуки. И здесь можно будет замочить Момо. Ну, знаете, в чем троллинг? Это Момо можно загасить с одного удара, смотрите. Эй. Эй, подождите. Не понял. А, все, вот. Смотрите, можно загасить с одного удара. Он подумает, что нельзя. Хотя нет, давайте я сделаю с двух ударов. Все, вот. А то он реально с одного удара мочканет и не будет меч искать. Смотрите, два удара. Раз, два, три, четыре. О, четыре удара, нормально. Все, с четырех ударов валится Момо, она сейчас воскреснет. После, когда он добудет меч, он такой радостный, вальнет Момо, а Момо воскреснет. Смотрите, сейчас. Три, два, один. Ладно, еще раз. Три, два, один. Во, все, Момо воскресло. Короче, Момо воскрешается через 20 секунд после гибели. Я ему скажу, это был все троллинг, ха-ха-ха, хи-хи-хи, забегай сюда, он забежит сюда. И я, короче, удаляю всю эту поверхность. Вы спросите, а что будет, когда я его удалю, да? Смотрите, здесь находится просто вода. И вода польется на все, и он здесь, короче, ну, можно сказать, захлебнется. Мы вот эту штуку построим чуть выше, вот так вот. И он, короче, просто тут захлебнется от воды. Это будет первый троллинг, называется «Никогда не шути с Момо-утопленницей». Здесь, видите, Момо-утопленница. Все, у меня уже рябит в глазах, давайте выходим из этого бункера. Это был первый троллинг. Второй троллинг будет вот такой, это будет дроппер. Ему надо будет вот сюда попасть, и он должен будет прыгнуть. Смотрите, в чем приколюха? Давайте я сейчас сделаю дроппер и покажу вам, что реально можно попасть. Кто не знает, что такое дроппер? А, дроппер — это такая штука, что вы должны попасть в лунку. Смотрите, вот он встает вот здесь. И, в общем, вот, вот короче, прицелиться надо. И вот так вот. Ой-ой-ой-ой. Сейчас, сейчас, оп, заделали. И вот смотрите. Сейчас, короче, я сделаю вот здесь в воду. Вот, то есть он в эту лунку должен будет попасть вот с этой высоты. И этих лунок будет на самом деле очень много. Но он, ну, не будет знать, какую надо будет попадать. Так, ну-ка. Вот, ему надо, короче, попасть в эту лунку. Так, далее, короче, следующий троллинг. А в чем он заключается? Он не будет видеть. Это, короче, тоже лунка. Но она как будто бы с водой, видите, на самом деле... Она пустая. То есть он разобьется, он будет думать, а, ну все нормально, короче, ща. Вот. А на самом деле здесь будет вода. Так, сейчас вот, даже поглубже, наверное, вот так вот сделаю. Так. Вот, то есть не видно, где вода. То есть он такой, ёшкин кот. Сейчас вот здесь поглубже, чтобы казалось, что это вода. Все, отлично. То есть эти все лунки липовые. И после того, как он чудом выживет. Чудом. Здесь будет стоять Балди. Балди будет задавать, как всегда, примерчики, на которые надо решить ответ. Короче, самый первый пример — это 4 минус 2. Все, 4 минус 2. Потом, значит, 5 плюс 34. Уже сложнее. И последний пример. Вот такой. Минус вот такой. И все. И тут, короче, Балди просто озвереет.
Да, Балди просто озвереет, потому что он не решит этот пример. И просто ему накидает. То есть, смотрите, какой он злодей такой. Все, отлично. И здесь, короче, завершится еще один троллинг. И он попадет в следующий этап. Это вот такая вот комнатка. Здесь находится наша любимая бабушка Грэнни. И, как всегда, ему надо... Вот помните, он, короче, очень жестко тупил с загадкой, где найти надо факел. Здесь, короче, было очень много липовых факелов. Ему надо было найти настоящий. Так вот, я предлагаю в этом устроить точно такой же троллинг. То есть он будет бегать, короче, искать этот факел злосчастный. Пробовать отсюда выбраться. И никак это не сможет сделать. Мы, короче, ставим вот факел. Рычаг факел. Так, и, допустим... Допустим, вот здесь. Идеально. И здесь, короче, будет дверь, которая будет вести на выход. Так, скрытая дверь. Сейчас мы поставим. Опа. Эй! Ты чё не работаешь? Скрытая дверь. Во. Видите, открывается. Все, идеально. Вот он этот факел. Все. Шикардос. Короче, опять бабка Грэнни вот здесь будет гонять, но будет, короче, помощь. Здесь, короче, будут блоки, которые, если он возьмет, он сможет застраиваться, чтобы как-то попробовать бабку Грэнни схватить в ловушку. Получится у него это или не получится, мы с вами увидим. Так, и, соответственно, кстати, вот здесь надо поставить Балди таблички. Я что-то их забыл поставить или нет. А, нет, таблички есть. Все, он сможет решить эти примеры. Все, отлично. Короче, я завершил ловушки для троллинга. Они довольно-таки примитивные, но на самом деле это будет очень ржачно. Мы просто поугараем над Момо. Нет, это ловушка произведения искусства. Да, это реально произведение искусства, ёшкин кот. Так, сейчас я, короче, вот здесь только сделаю ориентиры. То есть, что мне надо будет пробить. А, ну не, нормально, все. Не надо ничего, никакие ориентиры, все. Идеально. Ну что, мы сейчас, короче, будем ждать Момо. Оно придет, и мы это Момо затроллим. Все отлично. Все, на Северном полюсе у меня ловушки готовы. Все, ждем Момошку, и приключение начинается. Лайк-то вы поставили, друзья? Давайте лайк, если вы еще не поставили, и подписку. Я что, зря эти ловушки строил? Все, приятного просмотра. Так, сейчас мы вылезем, найдем этого Евгена. Опа. Эй, тихо. Где? Так, ну-ка. А, вот ты где. Ха-ха, Момо пришел. Ага, спрятаться хотел от меня, ты, блин. Явилась, не запылилась, иди сюда. Ты сейчас запылишься у меня, знаешь почему? Ну-ка. Сейчас тебя потому что так, а, блин, не могу тебя видеть. Ага, вот так вот. Короче, слушай, сюда, я, короче, сам сдамся, если ты пройдешь все мои испытания. Понял? Так, ну ладно, так и быть. Короче, я смотри. Сейчас быстро пройду, потом я тебя сожру, понял? Давай, у меня тут друзья есть. Короче, смотри, я построил три подземных бункера. Смотри, это труба от первого бункера, пойдем. Это нифига от второго. Себе ты построил. Да, это от второго. А это от третьего. Ого, блин, жесть. И что, в какой пойдешь? Выбирай. Ну да. Давай, выбирай, в какой пойдешь, короче. Давай, глупый Момо. Ну давай по очереди, а как? А, ну давай, ну-ка. Так, ну чё, народ, погнали, ё-мы. Давай, открывай, заходи быстрее. А лайк поставили? Да всё, сейчас ставь. Давай, друзья, лайк, чтобы Момо зашел. И... Давайте лайк или не пойду, понятно? И комментарии всё. Напишите, пойди. Да. Пишите, короче, комментарии. Момо, проходи, лайк ставьте. Ну и все, погнал, ты чё стоишь, ты глазами так, ну хлопаешь. Так, ладно, лайки. Давай. Ой, нифига себе напнул. Давай. Блин, там реально Момо, другая. Да, здесь находится Момо-утопленница. Короче, слушай сюда внимательно, знаешь, что она делает? Стой, она меня сейчас вольнёт, блин, она меня вольнула. Ну да, она как бы лютая. Так, сейчас я тебе... Ай, блин, да она реально лютая, слушай, она из лука короче, мочит. Короче, смотри, тебе надо найти... Ладно, сейчас я, короче, уменьшу урон, сейчас, подожди. Или дай мне яблочки какие-то, я не знаю, она меня просто вольнёт сейчас. Блин, да она реально лютая, лё. Не, яблоки не дам, я просто ей уменьшу урон, короче, так. Да дай мне яблочки, ай-яй-яй, блин. Всё, короче, она теперь бьет слабенько. Классно, нет, она все равно меня пробивает, хорошо. Сильно? Ты уверен в этом? Ты не поменял ничего. Ла-ла-ла-ла-ла, яблоки, да. Да быстрее, да, ешь. Сейчас, ну ты вообще обманщик. Не, я поменял. Короче, смотри, а где-то в этих блоках находится меч. Если ты возьмешь меч, ты сможешь ее... Блин, ты без меча я победил. Тут на самом деле был троллинг. На самом деле был троллинг. Я думал, ты будешь всю серию искать меч.
В итоге ты ее не... А, в итоге... Я просто двух плюшек ушатал. А ее можно было на самом деле так ушатать, это должен был быть троллинг. Ну а троллинг еще в том, что она оживает. А, блин. Так что тем... Ничего? Блин, ладно, ты прошел. Теперь можно подойти, победа. Ладно, все. Ладно, подожди, иди сюда, короче, знаешь что? Че? Куда? Выпей, короче, смотри, я у тебя сейчас конфискую яблоки. На, ты и выпей. Ел? Да, выбрасывай все яблоки и пей молоко. Где? А где они? О, блин, снова мама появилась. Подожди, ё-моё. Давай, иди сюда. Так, подожди, яблоки выбросил. Да, куда идти? Вот сюда, молоко пей. Так, окей, давайте выпиваем. Выпил? И чё? Ну, короче, смотри, заходи в эту комнату. Зашел? Ну, я в ней, да. Все отлично. Так. Так. И чё? А чё, подожди, не сработало ничего? Так, ну-ка, сейчас, так. Чё ты там? Всё, не можешь ничего сделать? Я маму, понял? Так. Что ты мне сделаешь? Ого, нифига ты придумал. Да как так-то? Так, сейчас разберемся. Сейчас Момо, короче, знаешь что? Тут была утопленница Момо, и ты, короче, следующий утопленник. О, блин, о нет! Так, друзья, выплываем. А тут лед! Как мне выбраться ты теперь? Ага, задыхайся, глупый Момо. Стойте, ребята, мы сейчас сломаем его. А нельзя? Сломать, его можно сломать? Нет, я не дам тебе сломать. Давай, помирай, глупый Бобо. Блин! Он ломает. Ну-ка, не дай. Нет, блин. Все, утонул. Момо утопленник. Все. Да, блин, ну все, я сейчас... Следующее испытание, давай. Выбирай желтый, либо голубой. Так. Ну давай желтой. Ну, во славу, как бы это. Во славу чего? Давай, заходи, короче. Так, ну-ка, что там? Ой, ё-моё, блин! Это дроппер, добро пожаловать! Пам-пам-пара-пам-пам! Ты серьезно построил для меня дроппер? Да, это дроппер. Ты вообще, конечно, отбитый. А подожди, а куда здесь дропаться? А вот тебе надо найти куда? Давай, оп. Так тут. Иди этот спаунпоинт поставь. У меня вылетело. Ну, вылетел. Сейчас зайдешь. Залетит, как говорится. Ну чё, давай, Момо, проходи. Так. А куда лететь-то нужно? Там ну, ну, в этом-то и прикол, ты должен додуматься, там давай. Там еще палки стоит, что он там делает? Да ты сейчас узнаешь, если выживешь. Давай, друзья, Момо. Смотрите, короче, фишка вот в чем. Нужно найти, вот я сейчас наверху стою, нужно найти место, куда нужно прыгать. Но везде. Вижу. Он спалил, смотрите, друзья. А, вижу. Оп! Почти. Так, друзья, сейчас все будет, смотрите. Опа! Да ё-моё. Так. Смотрите, пробуем. Погнали на... Ну чё, народ, погнали на... Так, смотрите. Блин, слушай, это вообще, это возможно, по-твоему? Это возможно. Ну сейчас, ладно, я расширю, короче. Это невозможно. Он выжил, все, он выжил. Теперь подходи. Опять новый примерчик. Кстати, посмотрите, насколько Балди стильный. Ого, нифига он крутой. Он стиляга, он стиляга. Да. Так, ну что, примерчики, давай, бери таблички. Итак, первый примерчик, сейчас спросим у подписчиков, как они, решат, не решат? Так, подписчики, пишите в комментарии, сколько будет 4 минус 2. Да, пример. Давайте. Давайте, вот Момот очень тупое. Ты тупой. Ну давай тогда, решай, давай, ответ пиши. Так, ладно, пишем. Подписчики написали в комментариях? Ну, я думаю, написали. Давай, пиши. Так, ты не подглядывай. О, отлично, правильно. Так, теперь 5 плюс 34, давай. Так, хорошо. Подписчики, пишите, сколько будет 5 плюс 34. Ну, ты давай, пиши, ты за подписчиками-то не подглядывай. Я пишу, значит, пишут, будет 39. Отлично. И теперь быстрый раунд. У тебя дается 10 секунд, чтобы решить этот пример. Доставай быстрый калькулятор. Итак, время пошло. Раз... И дальше Балдя живет. 2, 3. Да, столько будет. Ого. Да ты от балды. Ну, сейчас проверь. Если неправильно, то он тебя загасит. Так, я сейчас... Балдырь, а ну проверь давай. Так, смотрите, друзья, я сейчас буду проверять. Короче, 4, 3, 5, 3, 45, минус 6, 4, 56,
Ну и чё? Так, все понятно, все понятно. Чё понятно? Понятно? Ой, тихо-тихо, балди стал злой какой-то. А, все, да, ну потому что ты от балды написал, неправильно был. Тихо-тихо-тихо, так-так-так, ну-ка. Ну-ка давай, балди, ну-ка его... Его, друзья, смотрите, о. Ну-ка, давай. А, видишь, я понял, да? Ты хочешь его... Ты можешь его хитрить, да, то есть? Я понял. Да, я буду от него бегать до бесконечности. Я могу его вальнуть? Ай, блин. Так, ну-ка, оп-оп-оп-оп-оп-оп! Блин, ты что придумал-то? Вот так вот тебя, сейчас расчехлит. Все, расчехлил. Ну и ладно, фиг с ним, оставим его там. Все. Он оттуда никак не выберется, смотри. Я так закрою и все. Осталось последнее испытание. Твое любимое, кстати. Или просто голубое? Просто голубое. Твое любимое испытание. Чего это? Спаунпоинт поставь. Спаунпоинт, окей, давай. Поставил. Это твое любимое испытание, давай. Оп! Пам-пам, пара-па-пам, надо найти факел! О, блин. Да, Грэнни, уйди. Блин, снова испытание с факелами тупыми. О, блоки. Да-да-да, это специально для тебя. Так, друзья, сейчас будем от Грэнни это. У тебя есть, короче, два выхода. Либо ты, короче, строишь для нее ловушку, либо тебе надо найти факел. Ничего ты... Смотри, это будет теперь... Опа! Ай, вот так. Блин, вот тебе... бабка тупая. Так, смотрите. Ай, да ёшки, дай тихо, бабуля. Кстати, да, я забыл сделать кое-что сейчас. Ты слишком легко проходишь. Сейчас мы сделаем рукопашечку и чуть побольше. Ты офигел? Все, теперь у тебя только один шанс есть. Да ё-моё. Вернее, нет, подожди, ноль шансов. Как... Опа! Накернуло. Блин, я спаунпоинт поставил здесь, погоди. Давай тебе тэпнусь. Давай. Я спаунпоинт ставлю. Давай, ставь. И этот, keep inventory. Заберись повыше и keep inventory сделай. Не, ладно, я думаю, что пофигу. Ладно, смотрите, живет. Она идет, зажала, все. Блин, так, тихо. Может, ты факелы... О, вон бабуля, смотри, стоит там. Может, ты факелы будешь искать? А что ты к ней подходишь? Ты факелы ищи. А, кстати, да, факел. Кстати, я могу... Опа. Ай, тихо. Слушай, это не тот? Нет. Чё? А, давайте искать факел, потому что... А, блин, нет, ладно, это плохая идея. Давай. Я сначала с бабулей разобраться, потому что это какая-то дичь. Так, ага. Так, бабуля, блин, ты меня задолбала уже, кошмарит. Опа, просто смотрите, просто накидывает Момо. Да блин, она запарила, блин, она кошмарит постоянно меня. Оп. И бабка. Так. Сейчас за жопу, короче, схватит, смотрите. Я смыю за жопу. А, смотрите, идет. Оп, че, бабуля, где ты там, а? Все, смотрите, друзья. Опа, все, закрыли ее там. Да, закрыли? О, закрыли. Так. Все, бабуля, там отдыхай, ё-мо. Так, смотри, она сидит там. Опа. А, блин, ты че? Ты че, блин? Нечестно. Честно. Так, все, бабуля там это сидит, пускай отдыхает. Опа, она выбралась. А как это? Она умеет прыгать на самом деле. Это ты сделал только что, да? Нет, я серьезно говорю. Вот даже подписчики напишут, не я сделал. Вот давай, загони ее сам и проверишь, короче. Это ты телепортировал. Блин, я не телепортировал. Как мне победить-то ее? Я не телепортировал. Так. Как мне победить ее, а? Ладно, давай я тебе еще блоков дам. Давай блоков, да, потому что тебе там западнет. А как победить-то ее, блин? Да, ого. Надо, короче, факел найти. Ну, либо попробуй еще одну ловушку соорудить. Она реально сама выбралась, я тебе серьезно говорю. Я сооружу, а она же будет все равно выпрыгивать. Ну, а может в этот раз не выпрыгнет, давай попробуем. А ты типа телепортнул ее. Да я не телепортировал я, подписчики прям скажут. Да я знаю, ты им скажешь, они напишут, что там надо. Нет, неправда, да подписчики, вот скажи сейчас правду реально, что я не трогал Грэнни, она сама просто выпрыгнула и все. Вот сейчас смотри, вот сейчас, я даже вот, ну, я в руке даже палку не держу, вот палка, а я в руке ничего не держу. И что? А я не могу ее телепортировать без палки. О, все, закрыли. Все, вот смотри, сейчас выбирайся, смотри, я в этом углу вообще нахожусь, видишь? Да. Ну все, давай, выбирайся и посмотри, что будет, давай. Я не буду выбираться. А тебе надо выбраться, тебе в любом случае надо факел найти, давай. Так. Стоп, знаешь что? Опа, что ну-ка. А зачем я факел-то вообще? Выход там будет. Да? Ага. О, видел, смотри назад, смотри. Да, я вижу. Нифига ты нормально придумал. Так, тихо, бабка, блин, тупо. А, он хотел выбраться, хитрый мама, она тебе не даст выбраться. Нет, тихо. Ах ты хитрый засранец. Все, друзья, валим отсюда. Смотрите, чисто, короче, такой. А факела-то нету, скорее всего, да, его не существует? Есть, существует. А, блин.
Такой, оп. Э, что ты вот теперь думай, где там был выход. А ты что заделал, блин? А вот, надо честно играть, тут факел, давай честно играй. Нет, там первый тоже был троллинг. Так, а где, тут больше нету, получается? Ладно, я ей, короче, сейчас сделаю, чтобы она не так сильно била, короче, все, сейчас. Блин, ребята, ну так невозможно. Все, она теперь бьет. Ой, сейчас. Слушай, я не найду этот факел вообще никогда в жизни, их слишком много здесь. Ну давай, 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 давай. Да это не сложно, ты что гонишь? Давай, все, она не сильно тебя бьет, она так. Да блин, я пытаюсь. Слушай, ну скажи, дай подсказку. Дай подсказку. Ладно, короче, где-то вот здесь, где я летаю. Вот у этой то стены. То есть это та стена, да? Да, 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 вот эта стена. Я тебя понял. Так, знаете что, друзья, у меня появилась тактика. Мы, значит, сейчас будем поверху идти. О, нифига хитрый Момо, смотрите, а. Да, потому что нужно добраться до самых верхних тоже факелов. А мне кажется, что верхние как раз таки это, скорее всего, троллинг. И, скорее всего, верхние будут работать. Так, ну-ка, смотрите, проверяет. Кликаем. Проверяет. Да, когда откроется? Ну, ты сам увидишь. А точно увижу? Точно увидишь. Смотрите, как Грэнни просто наблюдает за Мумошкой, это просто жесть. Смотрите, какая Грэнни. Ты видишь, у нее как глаза светятся? Так, кликаем, кликаем, каждый факел. Я могу поверху идти и каждый факел кликать. Смотрите, кликает, кликает. Ну-ка. Так. Ничего пока нету? Ну, пока нету, так, ну-ка. А, блин. Ладно, давайте дальше идти. Так, смотрите, кликает, кликает, чисто. А, смотрите, да. Опа! Пом-пом-пом. Так, теперь это самая большая, это... самая сложная ловушка. Так. Так, какой это был факел тогда, да? Подожди, какой это был факел? Ага, вот этот, вижу. Так. Так. Сейчас нужно как-то обхитрить бабку. О! А ты телепортнул сейчас. Ха-ха, сейчас я, да. Я и атаку прописал. Что у тебя есть ноль шансов выжить. Так, тихо, тихо, тихо. Сейчас мы ее, знаете что, друзья, мы ее сейчас откинем, хорошо. Опа, да, навернула, навернула чисто. Так, где она, где она? Так, ага, вот разводит, разводит, смотрите. Давай, давай, бежи, 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 бежи. А, тут ловушка. Ага, бабка. А-ха-ха. А, стоп, да я тут сижу, а как мне выбраться? А зато у меня факел есть. Все, ты, короче, прошел испытание. Я прошел, давайте, давай меня теперь наружу, выпускай. Да, все, короче. Так уж и быть. Все, Момо, короче, прошел испытание, тёпайся ко мне. Ага, давай. Все, Момо выбрался на свет. А теперь, Саня, ты говоришь, ты сдашься, если я пройду все испытания, так что давай. Ты же не прошел, ты ни одно не прошел. В смысле ни одно не прошел? Ну ты везде, короче, тебя там побила бабка, там тебя затопило водой, а там... Ты что, я ж прошел? Это был троллинг, ты что, глупый, что ли? Да ну ё-моё, блин, короче, всё. В следующей серии, да, в следующей серии. Вообще, дорогие друзья, если вам понравилось, как затроллили Момо, кстати, Момо, ты не обижаешься? Не, не обижаюсь, конечно, но, блин, хороший был троллинг, честно. Ребят, напишите, как вам троллинг, понравился или не понравился? Да, в общем, дорогие друзья, мы вот так вот дружески затроллили Момо. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и, в общем, ждите следующих видосов, да? Всё, друзья, да, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Да, всем пока-пока.